Друзья, всем привет! Сегодня я им ничего не давал. Гляньте, сколько у них тут всего есть. Зерно есть. Сейчас водичку поменяем. И все будет нормально. И, друзья, сейчас сразу сегодня будем собирать яйца или яички. Кто угадал? И передадим привет. Ну, по старой схеме, друзья. Все, что вы за мной ходите? Вон у вас есть тут. Занимайтесь. Так, Катя сейчас пошла воду наливать. Что-то сегодня громковато. Так, друзья, здесь одно. Один. Так, вот тут приличненько так. Здесь четыре. Это пять. Это 5 и 3. 8. 5 и 3 это 8. Так. Здесь пусто, пусто, пусто. Ха. Там тоже пусто. И здесь. Что это такое? 8 и 3. Это 11. Ха. Курочки, вы что? 11 штук. Я не понял. Что так мало? А ну-ка здесь. Ага, вот уточка слезла. Так, нет, здесь нету яйца. У этой это накрыло. Ой-ой-ой. У этой только одно куриное. Да, вот оно. Все, я накрываю назад. Все, лучше сюда лазить я не буду. Здесь то. Ой-ой-ой, идет. Все, друзья. 11. Сегодня 11 яиц. Сейчас, друзья, найдем, кто угадал 11 яиц. Мы с Катей проиграли. И передадим привет, друзья. Друзья, уже нашли мы. Хочу, ну, потому что один человек или два написали, спросили. Я хочу сразу ответить. Мы не можем на листочку выписывать победителей, первых 5 человек. Потому что у нас все идет вот сейчас. Я не могу пройти, так будет неинтересно даже мне. Я не хочу. Я считаю, тогда только мы узнаем. Мы вечером всегда считаем яйца, друзья. Или яички. Поэтому только здесь нам надо смотреть. Сегодня выиграли 11 штук. Первые 5 человек. Нина. Вот, вам привет. Так, Маша Шкурко, вам тоже привет. Так, вот, Любовь Томасетова. Вроде бы правильно, я не знаю, уже второй раз вы выигрываете, вам привет. Сергей Федорончук, тоже угадал 11 штук. Вам тоже привет. И Татьяна Николаевна загадала тоже 11 яиц или яичек. Вам тоже привет. Давай покажем, как оно написано. А, вот, вот. Любовь Томасентова. Или Томасен. Ну, друзья, я думаю, она меня поняла. Ей привет. И еще, друзья, хочу сразу ответить. Многие спросили, я уже показывал. У этой курочки что-то случилось с ногой. Она, у нее одна нога, поэтому она хромает. Ну, не полностью, а именно ступня. Если бы у нее человеческая нога была, у нее бы не было ступни. Вон, видите, вон она вытащила. Друзья, вон, видите? Сейчас я приближу. Ну, короче, у нее нету одной ножки, поэтому она хромает. Так что такие дела, друзья. И еще, Заюнь, скажи, на сколько ты на завтра загадываешь? Катя, 12, я загадаю 13, друзья. Потому что что-то они мало начали нести, то было и 18 яиц. Ну, а вы угадывайте, друзья, на завтра, кому интересно, сколько будет яиц. Сколько эти курпетушечки нанесут.
Короче, мы с Катей решили все-таки сегодня, уже сколько дней прошло, утята уже были здесь, курочка, друзья, ушла уже отсюда, вроде она там немножко оклемалась, короче, выгнали мы ее отсюда. Этот, утята только что здесь сидели и ушли. Так, у этих, друзья, светить больше не будем, у этих всех годные яйца. Мы посветим только у этой уточки. И все. И все будет отлично. Посмотрим, сколько. Так, Заюнь, давай, запускай. Поздоровайся. Всем привет. Запускай фонарик. Еще на улице не сильно темно, но здесь уже будет нормально. А ну, опа. Давай. Угу. Так. Я думаю, посмотрим. Так. Ух ты, блин, ух ты, блин, ух ты, блин. Так, мы их сейчас все... Осторожно. Давай, пока ты вытаскиваешь, а то... Сейчас все вытащим, друзья, яйца. И уже посмотрим, которые будут годные, а которые негодные. Сразу откинем и больше лазить не будем, друзья. Ну подожди, уточка, мы же делаем только все хорошее. Ай, 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 ух ты, какая злая. Ай, ай, ух ты, блин, как щипает. А ну. Не, это пустое. Полностью, друзья, пустое. Уже сколько дней, видите? Нету. Это полностью пустое. Все, убираем. Лариски. Вот. Это живое, друзья. Гляньте, какой. Гляньте. Видно. Видно. Шевелится уже он там. Видно? Ох, оно видно. Ох, плавает уже он там. В своем собственном соку. Ох, гляньте. Плавает, да. Все, видно. Живой. На. Ой-ой-ой, все, уточка, я тебе назад отдал. Так, этот тоже сразу видно, друзья. Гляньте, какой красавчик. Угу. Все, живой. Живее всех живых этот. Гляньте. О, видите? На. Все, все. Не кулюй яйца, ты что? О, и этот тоже живее всех живых. Гляньте, какая вена у него тут. Так, это третий, да? Угу. Гляньте, вон он плавает. Ну, он, конечно, на видео так не передает. На-на-на, вот все. Три. Вот, живой, живее всех живых. Вот он, на паль... где палец был, вот там он плавает. Вон, видите, подплыл. Вон он, шевелится, видно, да. Все, плавает. Так, это 4. 4. Это тоже живое. Живое, друзья, да. Угу. Живой. Вон он, видите, он там плавает. У него там все хорошо. Все. Ай, 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 ай. Это 5, да, было? 5. Фух. Блин, я думал, какой-то паук. Пух. Пуху тут по руке был, я думал, паук какой-то, аж испугался. Вот. Этот тоже живой, друзья, гляньте, какое яйцо. Но у этого срок меньший. Все. Это 6. 6. Живой тоже. Угу. 6. 7. Ай, уточка, не кусайся. 7. Нет, это холостое тоже. Холостым стрельнул. Так, а это что? И это холостое. Походу, 3 они были неоплодотворенные, друзья. Вот они, 3 штуки. Так, здесь еще одно. Да, да, вот. А эти все, которые у этой уточки были, они все годные, живые. Это 7, да? На, все, 7 штук. Ай, ай, ай! Да, 7 штук. Все. По-моему, 7. Да. Не знаю, если может меньше, поправьте меня. А эти все, друзья, получается 3 штуки. И эти будут идти Лариске. Все. Завтра. Сегодня она уже получила пайку свою. Пойдемте теперь, друзья. Сейчас этих покажу. До курочки. Уже она сидит 3 суток где-то.
Я думаю, там уже должны быть тоже видны паучки. Свет сейчас сразу выключим. Чик-чик. Вот так. О. Так, яйца или яичко сюда положить. Угу. Так. Вот так. О. Сейчас посмотрим. Вот она сидит, друзья, видите? А ну. Оп-оп, клюет. Забирает яйца. Сейчас я их выложу. Сколько их тут будет? Я не помню. По-моему, я 18 штук ложил. Так, 6. Гляньте, как защищает. Угу. 6. 10. Она туда в туалет сходила. Не вылазит. 10. 14 и 4. 3. Вот. И еще одно. 4. Так, да. Да, она в туалет сходила, но я думаю, нормально. Выключай, зай. Опа. Плохо видно, но, друзья, живое яйцо. Это живое, друзья. Да, его плохо видно. На камеру вообще не видно, но это живое, друзья. Раз. Живое. Вот, это лучше видно. Это лучше видно, гляньте. Угу. Это лучше видно. Это тоже живое. Есть. Два. Два живых. Так. Это тоже живое. Хм, отличненько. Три живых. Три. Это тоже живой. Гляньте, какой паук. На стену может заползти. Это 5, да, Зай? 4, по-моему. А ну, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Нет, там 4. 4, да? Угу. 4. Это тоже. Гляньте, как паук какой. Как этот. Тарантул какой-то. Вот он. Плохо видно, но нет, видно отлично. Хорошо. Так, это 5, да? 5. Опа. Холостое. Да, это холостое, друзья. Здесь нету. Видите, желток на месте. А ну, сейчас я поближе рассмотрю. Не, это холостое. Это лариски. Вот, видно. Паучка уже сразу видно. Вот он, гляньте какой. Как тарантул какой настоящий. Гляньте. Это 6, да? Угу. 6. 6. Так. И здесь видно паучка. Это 7. 7. Давай, давай, молодец, курочка. Ой, здесь видно, отлично. Здесь хорошо поработал. Вон он. Сверху. 8. Эй, не ключишь яйца, ты что? Курпетушечка. Так, это яйцо, видите, такое пятнистое. Но видно, вот он, паучок. Так. 8 было, да? 9 уже. 9. Ох, здесь вообще красавчик, гляньте. Вау. Самый настоящий паук таранту. Это 9, да? 10. 10, да? 10. 10. Так, это непонятно. Сейчас, друзья, я рассмотрю сам. У меня есть паучок. Здесь тоже, по-моему, здесь есть. Да, есть здесь паучок. Плохо видно его, но он есть. Да, есть паучок. Все. Раз. Здесь, конечно, прям видно его сразу. Здесь прямо тарантул. Так. Ай! И здесь есть. Где только он? А, вот сюда он приполз. Вот он. Да, все на месте есть. Вот здесь тоже хороший паучок. Есть на месте. Угу. Так. Есть. Угу. Есть. Ну все, все, курпетушечка, не клюйся, не клюйся. Опа.
Есть. Есть. Петушки работают нормально уже. Есть, по-моему, есть, да, все нормально. Все, есть. Так, и здесь. Блин, нет, здесь кровяное кольцо какое-то, да? Заглянь. Ну ладно, мы положим на всякий случай, пускай. Дня через 4 еще посмотрим. Через 5. Уже сами глянем. Да, но этот пустой по-любому. Да, этот пустой 100%. Так. На, за телефон. Фух. Все, друзья, ух, я аж вспотел. Это Лариски. Сейчас Катя включит свет. А то тут уже темно. О! Так, получается 17 штук. Было 18, одно убрали. Но там такое, одно под вопросом. Мы его, если что, дня через 3-4 посмотрим. Ну, уже сами. И я вам просто скажу, не будем светить. Я вам скажу там дня через 3-4, если все будет благополучно. Что там, например, оно негодное или оно годное. И будем уже ждать, друзья, цыплят. Не знаю, мы уже такие, знаете, друзья, ну, что будет, то будет. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока. Ждем курпетушечек. Всем пока. Белка. Белка, пока, говори.